Привет, Иордан Стайков по имени отчества Николаев. Ну вот как всегда, они все-таки всегда останется женщиной, блядь. Ну женщина, вы знаете, можешь дать и в рот, и в пизду, и в жопку, конечно. Вот, сейчас говорят, будем терпеть, блядь, мы знаем, понимаем, что с тобой, что с тобой мы натворили, пусть таким способом будем помогать, будем молчать, ну вот, говорит он, не забывай того, не забывай другое. Вот. Сделал свою работу, показал что-то там перед Господом или как-то. Ну, я сказал, персональная ответственность за все те, которые участвуют в этот цирк и этот театр потом. И, а вот в том числе объясняет меня, что Юана хочет заработать, это моя будущая книга или фильм, то вся моя жизнь, автобиография, как автобиографичный фильм, что будет, будем создать, пусть от того все будем зарабатывать. Конечно, она как-то объясняет, вот я был, участвовал там, да, вот 10 лет, да, вот я имею то право, то есть ты все время меня показываешь, как на самом деле, что я представляю, вот. А вот имею то право, но не имеет, думаю, что патентное право там никакое не, у нее нет, таким способом, пусть, конечно, USA не могут заработать ничего другого, что только то, что Чарлиз Терон у них захочет, да, через Трампа и сейчас администрация, которая поддерживает нас. Так, если она берет какое-то такое решение, она знает как и что. Ну, конечно, она сама, я не знаю, что знает и как знает, но вот как меня помогает. И от везде пусть и у нее, я уверен, что кто-то поможет. А если она уже давно в ту игру, может быть, и знает. Имею в виду, как я, блядь, я... Мы, они знают, мы женщины, я их люблю, блядь, больше, чем... сам собой, конечно, я же показываю, доказываю это не разом. Ну и так воспитан, это плохо, то надо поменять или не надо, не могу знать. Женщине зато говорят здесь, мы тебя не хотим пускать, понимали все, что получилось. А Болгария, у них заговор какой-то, они хотят как-то показать сам собой, как они на самом деле, вот белорус. И если мы решим тот вопрос, конечно, кто... Тот вопрос, который они нас объясняют, что должно решиться. Если мы это решим там, пусть это решится и здесь автоматически. Тот Будда, тот ублюдок, тот, который пытается, ну, лев он какой-то, да, лев хочет быть. И таким способом хочет показать, что я вот тот лев, у меня, вот, может быть, немножко волосы, да. И как пытаясь избегать, Александр, у него там фильм был тоже так, волосы. И тот ирландский парень Колин Фаррелл. А я как с келтами торговляюсь, и там Галя, тетя, у меня и все это. Ну вот, я же сегодня уже отправил вся эта информация, что они какие на самом деле. Объяснили все, и там та Галя, которая трахнул, когда был Сиана. Она не сопротивлялась, не только то, если бы сопротивлялась, пожалуйста, потом не трахнули, мы вместе с тот Марьян. Так что ж, пожалуйста. Ну, говорит, она меня не хочет смотреть в глазах. Я говорю, не то, что так получилось. Вы все это вместе сделали, блядь. Пожалуйста, не, давайте. Я же уже тогда видел, что-то как-то случается. Там есть какой-то заговор. Но она тебе не смотрит в глазах, потому что вот. Показалось многие разом, потом как шлюха, не только перед меня, а перед тобой, многие другие. Думаю, что там перед гвардией сивил зеленый опять. Ну, что там было, вот. Ну, я же объяснил вчера, и не сказал. Пусть она тот момент, когда я мог сделать, как я обрезался, да, вот, уже две женщины должны меня, пусть это была моя страховка, чтобы меня не теряли на львы. А вот она в тот момент, может быть, любого было, не передала, не могу знать, а вот, может быть, передала. Ну, пусть, если то не случилось, я ж меня не римляне, то есть меня не поставили в ту позицию крестьянам, рыба. Ну, я же рыба, бля. Рыба, но только мамиферу, да, кусатка большая. Вот, и меня на львы дали. Вот, львицеви они, бля. Они показали, что, может быть, раньше были дикие, вот сейчас и кошки, блядь, я кушаю кошки, так что ж, проблем не будет, то.
Ну, видно там, что мы сможем сделать 3 ракеты, и вот весь то Львов и больше не будет. Да вот поляки, они спрашивают, что будем делать с того, мы того тоже не хочем. Никто это не хочет, бля, никто не хочет и львы. А львы говорят, мы тоже уже не хочем быть львом. Только кто-то закончил с того, пожалуйста, пусть, бля, а вот, а тот ублюдок, он хочет показать меня, чтобы я его защищал через наши лукавцы. Так пользуется меня как каким-то образом адвокатом. Ну, это меня опять поставляет та позиция, что я вместе с Черлисом, да, просто и получаю вот там и помощь таким образом, конечно. Хочет или не хочет они, и вот тогда опять получается то самое. Ну, то заговор здесь, который на самом деле, что они опять пытаются. Лукавство какое-то, блядь. Что-то другое я должен объяснить. Ну вот, то, что Болгария хочет быть в такую позицию. Это тот идиот, пусто Буда, блядь. Ну, он, своя судьба. Если был маленький принц все это время, через Мюнхен, БМВ и все остальное, где хотели меня поставить, блядь, как вот, видите вы. Я же не там... Ну, меня давали там какие-то вещи. Да, вот ей запущали потом. Но обещание, не обещание, как это, здравные какие-то помощи. Потому что у меня, я же на кровать был, бля. Это видно было. Что другое? Ну, сказал. Ну, понял я, если не встал с утра, кто-то от наших не встал тоже. Ну, это думаю, что это можем исправить. Все остальное не уверен. Ну вот это вставать вовремя, это думаю, что можем исправить. Ну, и в то не уверен уже, потому что я же много раз часы делал, чтобы встал. 6, 5, 9. Потом смотрю, а вот это слитов я тебя поставил. Они все время могут тот Гриффин меня контролировать, блин. Пожалуйста, помогите наши дети. Пожалуйста. Потому что у нас многие здесь русские. Ну вот видно, да? Объясняют все время, что я, у меня кровь еще, я не знаю, от Ярослава или от Святослава, или потом, или как многие смещались там отсюда, оттуда. Вот какой-то прыг, блядь. И вот, получается что-то. Ну, конечно, если Ольга меня была наставником. Да. И все остальные вещи, которые... Уже не тысячи, не 3000, уже может быть 10 000 доказательств. Что-то как-то. Так что ж, если они то говорят, плюс, блядь, если верим все остальное, можем и в того верить, я не знаю. Ну, все-таки. Я же сам сказал, пусть, блядь, те царские, царевские, вот все остальные вещи. Палище прекрасно. Ну, конечно, прекрасно людей. Тебе хочет пусть, ну вот, а да, и это тоже, пусть Болгария, они показали, блядь, это, они сами предали своих ханов, они сами их предали, оставили их там, может быть, был договор, чтобы потом они вместе что-то сделать, они объединятся, вот, они наоборот, блядь, все время говорили, что, ну, здесь плохо, не приезжайте, вот здесь плохо, не приезжайте, а вот когда, чтобы были здесь те предатели, блядь, на самом деле стали... еще сильнее и сильнее, да, и чтобы когда наши приезжали, пусть уже по-другому было. А вот тюрки, там наши сделали, стали мусульманы, сделали договор с тюрках, пусть приехали. А вот, блядь, так плохо не было здесь. А вы нас обманывали, да. А вы, вот вы какие-то львы или что-то? Львы? А вот вы львы, так. Вот вы только будете трахать, кушать и сидят. А вот мы все время вас ждали, помогали здесь, на запад, на восток. Там отправили какой-то там сын в Италию, блядь. А вы только так, да. Пусть 500 лет без вас. Ну, то есть сейчас какая-то санкция может быть такая, вот, должна быть. Или что-то хуже, не знаю. Ну, тоже там все львы, не только те. И там, которые в Швеции... И в Англии все те, все, блядь, вокруг, которые так с того занимались. Ну,
Но только осторожность, только что объяснял. И ничерство, которое приготовляют все скандинавы. Может быть, опять там, а вот там королевская семья. Да, вот одни, другие, вторые, третьи. Они что-то вместе задумывают, обдумывают. Давайте, пока-пока.